Один из вопросов, который мне был поставлен, и, я бы сказал, даже много раз мне ставили, это вопрос о том, что я узнал, когда я был тюремным священником в нескольких тюрьмах Лондона и Англии. Я хочу поделиться с вами несколькими соображениями, которые связаны с этим, и которые, может быть, имеют смысл и значение и для других людей. Первое – это что значит быть арестованным. Об этом я могу говорить как бы в первом лице. Во время немецкой оккупации, когда я был участником французского сопротивления против фашистов, я как-то спустился в метро, и вдруг из-за угла вышел человек, показал мне карточку и сказал: «Полиция, показывайте свои бумаги». Я свои бумаги показал, он посмотрел и говорит: «Вы английский шпион». Я говорю: «На каком основании вы это говорите? Ваша фамилия пишется через два О, как английская фамилия». Говорю: «Да, но если бы я был бы шпионом, я назывался бы самым французским именем». «Все равно», говорит, «вы не француз». Я говорю: «Нет». «А что вы такое?» «От рождения я русский». Говорит: «Лжете. Нас учили, что у русских глаза раскосые и скулы выдаются». Я говорю: «Простите, вы путаете это с китайцами. Я вам докажу, что вы не правы». Позвал других пять человек, показал меня пальцем. Говорит: «Этот человек говорит, что он русский». И они хором: «Лжет. У русских глаза раскосые и скулы выдаются». Ну, я пожал плечами. Он мне говорит: «Ну, хорошо, предположим, что вы правду говорите. А что вы думаете о войне в таком случае?» Я говорю: «О войне? Она идет самым замечательным образом. Что вы этим хотите сказать? Мы вас бьем по всем фронтам». Он замолчал, посмотрел направо, налево и говорит: «Вы боретесь с фашизмом?» Я говорю: «Да». «В таком случае бегите через эту дверь, а сторожа нет». Я ушел. Но это анекдотическая сторона. Но она тоже для меня имеет значение, я ее и сейчас как-то переживаю. Но что я пережил тогда, это очень интересная вещь, которая мне и в духовной жизни пригодилась. Это то, что в момент, когда меня арестовали, время стало. То есть прошлое, которое было реальностью, умерла, потому что я знал, что когда меня будут допрашивать, я своего настоящего, реального прошлого исповедовать не буду. Я буду лгать, чтобы вопрошающие, допросчики не могли добраться ни до моей матери, ни до моих соратников, ни до моих друзей. Поэтому прошлое умерло. Это была пустота. А будущее? Будущего никакого не было, потому что мы будущее, о нем мы можем думать только тогда, когда мы можем себе представить, каково это будущее, что будет. А когда тебя арестовали, ты не знаешь, каково будет будущее,
Что с тобой сделают? Как с тобой будут обращаться? Куда ты попадешь? Останешься ли ты живой? Будут ли тебя пытать? А о пытках я знал, как немцы пытают людей. Я позже познакомился с одной девушкой, которая была тоже в сопротивлении. Ее арестовали, и арестовали пятерых ее соратников. Они все отказались, что бы то ни было, говорить. И вот ее посадили на стул, связанную, и перед ее глазами одного после другого замучили до смерти. Так что я себе представлял, что может быть, если тебя начнут допрашивать. Так что и будущее для меня было пустым местом в каком-то смысле. То есть, знаете, было такое чувство, вошел в темную комнату, где ты никогда не бывал, и ты не знаешь, где столы, где стулья, где предметы, и тьма. И пространство кончается на твоих глазах. Ты никуда не можешь смотреть, некуда смотреть. И вот этот момент для меня сыграл громадную роль на всю жизнь, потому что я вдруг понял, что в каком-то отношении ни прошлого, ни будущего не существует, а существует только мгновение, настоящее. И вот это настоящее, это мгновение, мне открыло дверь на улицу. Потому что если бы я рассчитывал бы, как бы мне ложью выбраться из этого положения, или что я буду делать, я бы начал бы лгать этому человеку и попал бы в тюрьму. Но потому что я знал, что моя жизнь кончена, прошлого нет, будущего не будет, то я мог бы с полным чувством внутренней свободы ему говорить правду. И это у меня осталось, потому что для духовной жизни очень важно знать, что у тебя сейчас только это мгновение. Прошлого нет, будущего еще нет. Есть только теперешний миг. И вот этот миг надо использовать полностью, будь то это в молитве, будь то в разговоре с человеком. Другого человека же нет, и другого момента же нет. Это очень важный момент. И мне кажется, что каждый человек, которого арестовывают, справедливо или несправедливо, может пережить это преображающее события. Да, его за прошлое будут судить и наказывать. Его будущее неизвестно ему, но у него есть настоящее. И он в этот настоящий момент может погрузиться и весь уйти в реальность настоящего момента. Вот это первое, что я хотел бы сказать. Второе, это то, что когда ты попадаешь в тюрьму, когда ты арестован, ты окружен недружелюбием, враждой, порой ненавистью, полным недоверием, и с этим надо как-то справляться. Это очень трудный момент. Я сам этого не переживал, потому что я в тюрьме не был. Но я был в течение ряда лет в Англии тюремным священником. И посещал террористов, главным образом греческих, потому что к ним греки не пускали греческих священников. А меня, как русского, то есть человека чужого, пускали. И вот я от них кое-чему научился в этом отношении. Я узнал от них, как к ним относятся окружающие, как они одиноки, и исключены из жизни тюремным начальством. Они предмет наказания, но они не человек. И это одна из самых страшных вещей, которая может произойти с человеком. И это происходит не только по отношению к начальству или к тюремщикам. Это происходит также и иным образом. Когда ты брошен в тюрьму и находишься в среде совершенно чужих людей, которые тоже реально
или вымышленные преступники, ты уже не один перед своими глазами или перед глазами других людей. Ты какой-то номер в толпе. Ты как бы человеческое качество свое теряешь. Ты никто. Ты номер такой-то. Причем номер такой-то, которого начальство презирает, или над которым глумятся, или к которым относятся с предельной грубостью, жестокостью. А по отношению к окружающим бывает разное. Если ты известен им был раньше, то ты один из них. Но если ты неизвестен был, если ты просто совершенно чужой человек, тебе могут даже не доверять. Кто тебя знает? А вдруг тебя, ты один из милиции, полиции, следственного отделения, которое назначили туда. И ты можешь оказаться совершенно одиноким до жути, потому что твои товарищи от тебя могут отвернуться не потому, что ты что-то наделал, а потому что ты, может быть, не тот человек, которым ты себя являешь. А начальство, конечно, естественно, зная, кто ты, к тебе относится резко, плохо, жестоко порой. А второе положение, которое я наблюдал тоже, это состояние человека, который присужден к одиночке. Никто из нас в одиночку жить не умеет. Если даже мы говорим, ох, я такой одинокий, это неправда в какой-то мере. У тебя есть окружение, физическое окружение, люди. Ты в метро, на улице, в кинематографе, ну, где бы ты ни было, есть какие-то люди. И даже если ты никак к ним не относишься, ты видишь их глаза, они на тебя смотрят. Получается какая-то встреча безмолвная. Они, может быть, на тебя взглянут и не захотят даже смотреть на тебя, но они взглянули, и это уже создало связь. Но когда ты посажен в одиночку, когда заперли дверь, и ты знаешь, что ты ничего не увидишь, кроме этих стен, что ты не можешь добраться до окна, что тебе пищу будут передавать через окошко, но не человек, а рука. Если это длится сколько-то времени, это может страшно разрушить человека. Я встречал человека, который в немецкой тюрьме сидел, и который 5 лет просидел один на стуле, никого не видя, без права читать, без права писать. Один. Конечно, вы можете мне сказать, если у вас нет никакого воображения, что были пустынники и были подвижники, которые жили одиноко таким образом, и которые ушли в себя в такие глубины, до которых не добраться в обычной жизни. Но это не люди, которых насильственно выкидывали из человеческого общества и присуждали к одиночеству беспрерывному, беспросветному. Вот это второе, что я пережил там. Третье, что я пережил как священник, и это было в какой-то момент очень больно. Ко мне пришел греческий террорист. Он был хуже, чем террорист. Он, с одной стороны, был террористом, а с другой стороны, был предателем своих же людей. Его посадили. С этой точки зрения, в общем, это было справедливо. Но он ко мне пришел и сказал: знаешь, я здесь сижу уже больше года. Я много о себе думал. Я хочу исповедоваться и покончить со своим прошлым. Но я не знаю, как это сделать. Я говорю: а что, ты никогда не исповедовался? Я исповедовался, когда был свободен. Но кто мне говорит, что если я к вам приду на исповедь, вы не обязаны перед тюремным начальством все им рассказать?
Я подумал одно мгновение, подумал, что важнее. Его исповедую так, как полагается, ну, как мы делаем в церкви, или его отпустить на свободу во имя Божие. Я ему сказал, знаешь что, я верю твоей честности и твоему намерению. Мы станем оба перед крестом, Евангелием и иконой. Мы с тобой будем молиться. А затем ты станешь один перед Богом и будешь исповедовать молча, без одного слова, всю свою жизнь и душу Господу. И когда ты кончишь, ты мне скажешь, я Богу все сказал, без остатка, и я могу вам сказать, что я искренне каюсь в том, что я за всю жизнь натворил. И я тогда тебе дам разрешительную молитву и тебя причащу. Это тоже момент, который меня очень взволновал, потому что, да, большей частью мы можем верить добротность священника, который к нам приходит, ну, в тюрьме, в одиночку ли, или в толпе. Но мы не всегда это можем сделать. Человек, который к нам приходит, кто его знает? Порой даже я слышал, мне говорили террористы, заключенные, приходит священник. А священник ли он? Все, что я знаю о нем, это то, что на нем поповская одежда да крест. А кто он? А может быть, он специально присланный участник полиции? И вот тогда делается очень жутко, что даже священнику человек не может исповедоваться. Если священник не найдет в себе, я не знаю, я бы не сказал мужество, а доверие к преступнику и веры к Богу, чтобы сказать, исповедуйся молча, и я твое слово приму как правду. Вот еще один момент, который меня поразил в отношении к тюрьме. Это, кажется, все, что я могу сказать полезного. И как вы исповедовали этого террориста? Вы так и предложили ему молча исповедоваться? Не всегда. Вот этот человек, этот террорист, чувствовал, он столько ужасного натворил. Я знал, что он натворил, потому что у меня были сведения о нем. И, конечно, он натворил еще гораздо больше. И поэтому он как-то стоял особняком. Но большей частью тюремные заключенные, не все террористы были, были просто нормальные жулики и преступники, и они исповедовались нормальным, обычным образом. Мы с ними молились, я им давал разрешительную молитву, ставил какие-то условия для того, чтобы им помочь перерасти себя самих. И затем давал им причастие. И отношения создавались удивительные, потому что после их освобождения один после другой приходил ко мне и говорил, я не знаю, куда деться. Люди, с которыми я жил раньше, меня не хотят. Они боятся, что я стал убийцей, вором, разбойником. Куда мне деться? И я их всех брал жить к себе. И они жевали. И я как-то одного спросил, а скажи, я вот тебе доверяю, и доверяю твоим товарищам, которые приходят тебя навестить. А вы меня в какой-нибудь день дотла обкрадете или нет? И он мне ответил замечательную вещь. У нас в воровской среде такое правило, что если какого-нибудь вора человек приутил, то ни он его не обкрадет, ни его шайка. Это было замечательно. Это было возрождение в человечество. Меня обкрал только один человек. Честный человек, который мне порекомендовали
потому что ему, у него не было квартиры. А воры никогда меня не обманули. И вот мне кажется, что очень важный еще один момент, который забывается во всех тюрьмах. И я думаю, в России из-за множества людей, вероятно, больше, чем где-либо, что тюрьма не место наказания в первую очередь. Это место перевоспитания и возрождения. И если бы тюремное начальство и люди, связанные с тюрьмой, больше об этом думали, было бы всем лучше. И им было бы лучше, несомненно, и тюремно-заключенным. Потому что, когда человек попадает в тюрьму, на короткий или долгий срок, и когда он знает, что он здесь только для того, чтобы ему сделали жизнь как можно более трудной, чтобы он и страдался за то, что он делал, у него только нарастает злоба, ненависть, неспособность простить и готовность вернуться в свою среду и отомстить. Отомстить или укрыться. Тогда как, если тюрьма была бы продумана так, что, конечно, это место наказания, это место строгой дисциплины, это место, где человека ставят лицом к лицу перед его преступлением, но с тем, чтобы он исцелился душой. Для этого не только священники должны действовать. Священник – это особая статья. А тюремное начальство, сторож, все люди, которые связаны со свободой и с тюрьмой, они могут научить заключенного, не всех, вероятно, но каких-то людей, тому, что их, несмотря на их преступления, рассматривают как человека и как человека уважают. Конечно, уважают в пределах каких-то, то есть не будут ему доверять в том, в чем он оказался уже преступником, но уважают в нем его человеческое свойство. Он человек в их глазах. И этому человеку надо помочь освободиться от всего зла, которое накопилось, не обязательно по его вине, по вине общества, в котором он живет, по вине бедноты, по вине загнанности, по вине среды, по вине всех того, как к ним, с ним обращаются, что все это у него постепенно кончилось, что он мог бы посмотреть на тюремщика и видеть в нем человека. Но для этого нужно, чтобы тюремщик на него посмотрел и увидел в нем человека. И когда посещает его священник, надо, чтобы священник на него смотрел, как на брата, чтобы он был бы в состоянии обнять его. Еще до революции была издана книга таким отцом Спиридоном, который был тюремным священником на каторге в Сибири, и где он говорит о всех своих встречах и о том, как возрождались люди от того, что он в них видел собратья, их мог обнять, их мог утешить, их мог поддержать, и никогда в них не видел преступника, а, как говорили тогда в России о преступниках, несчастный. Вот еще вещь, которую я хотел бы сказать всем, и тем, кто заключены, и, может быть, еще тем, кто их заключает. Я до сих пор говорил о заключенных в тюрьмах по причине настоящего преступления. Но преступление оценивается средой и государством. И я могу судить только о том, что происходило во Франции во время немецкой оккупации. Как арестовывали людей не потому, что они были преступники, а потому, что они были верны своей стране, верны другому идеалу. И вот я встречал таких людей. Я в течение полутора года занимался людьми, которые возвращались из концентрационных лагерей. Я тогда ими занимался как врач. И, конечно, с ними мог говорить с полным доверием, потому что теперь они были свободны. И мне вспоминаются некоторые люди,
которые были арестованы, которые, когда были в кавычках на свободе, были не всегда приглядны даже самим себя, и которые, оказавшись арестованными в тюрьме, в лагере, вдруг почувствовали, что, будучи арестованы, будучи заключенными за правду, за которой не стояли, порой не очень замечательно, они вдруг приобрели собственное достоинство. То, что они стали мучениками идеи, которой стоило того, чтобы пострадать, и, если нужно, умереть за нее. И в этом смысле, конечно, это не относится к каждому заключенному, но у каждого заключенного есть возможность стряхнуть со своих плеч, как бы, прошлое, и сказать, кто же я такой? Я не по отношению как к среде, не по отношению к политическим группировкам, не по отношению к голоду и ненависти, а кто я, когда я стою перед своей совестью, когда я себя сужу, как человек себя самого только может судить. И если помочь заключенному это сделать, то он вдруг может обрести в себе такое достоинство, такую глубину, такую правду, которая ему позволит, даже если он будет оставаться на ряд лет в тюрьме, быть свободным, быть самим собой. Знаете, слово «свобода» русский писатель Хомяков производит от двух славянских слов, которое значит «быть собой». И вот это начало свободы. Другие формы свободы, конечно, есть. Есть другие слова, которые обозначают свободу с другой точки зрения. Мне всегда вспоминается немецкое, английское слово «freedom», «freiheit», которое происходит от санскритского языка. И это слово, которое на санскритском языке, как глагол, значит «любить и быть любимым». И вот свобода заключается в том, чтобы себя признать, себя полюбить, вместо того, чтобы презирать или от себя прятаться. И поэтому стать способным любить и способным принять любовь. А принять любовь не всегда легко. Я говорил в последний раз, что сегодня вместо такой текущей беседы я попробую ответить на некоторые вопросы, которые были поставлены в течение последних двух лет письменно мне. И вот я хочу попробовать ответить на некоторые из них. И я просил также и владыку Анатолия со мной разделить эти вопросы. И я отвечу кое на что и попрошу от владыка Анатолия подсесть и сказать свое. Первый вопрос, который мне был поставлен, таков. Можно ли каким-то образом заставить себя относиться к начальству в моем офисе со смирением вместо поклонения и пресмыкательства, которого от меня требуют ежедневно, и которое мне никак не удается должным образом изображать? Стараюсь увидеть в начальнике хорошее, вызывающее уважение, но удается плохо. Уже сами требования непомерного выражения поклонения вызывают во мне глубокое отвращение.
Это вопрос очень реальный, не только по отношению к данному начальству, но и вообще. Как относиться к человеку, который поставлен над нами, и в котором мы не видим основания ему стоять на этом положении? Это бывало в армии, когда производили по старшинству. Это бывает во всех областях. По старшинству ли, по покровительству ли, по другим причинам, тот или другой человек поставлен над другими. И чем он мельче, тем он больше требует себе знаков уважения. Он, вероятно, знает, что его не уважают специально, но проявление уважения он хочет, потому что иначе он чувствует себя униженным. И что же тогда нам делать? Иногда бывает, что можно человеку сказать правду. У меня был нелепый такой случай, когда еще был и молод, и неопытен, и надеялся на невозможное. Вскоре после того, как я поступил в армию, я с этим столкнулся. Был над нами очень молодой офицер, моложе большинства из нас, который требовал к себе крайнего уважения. И, конечно, не только внутреннего, но внешнего проявления. Уважение ему в какой-то мере проявляли, потому что он был, ну, начальник. Но над ним смеялись и надругались за его спиной. И мне его стало жалко. Я к нему отправился, постучал в дверь. Он велел войти, я стал под караул. Он велел подойти. Я подошел и снова стал под караул. И он говорит: «Что вам нужно?» Я говорю: «Господин лейтенант, я должен вам сказать, что над вами все смеются, потому что вы себя ведете так, что вас всерьез взять нельзя». Он на меня посмотрел и сказал: «Уходите, пока я вас не посадил под арест». Этим кончился мой полезный, как мне казалось, для него разговор. Из этого я заключил, что в такой форме человеку сказать нельзя. И очень редко удается человеку тщеславному, пустому или чувствующему, что он, как говорится, маленький человечек на высоком коне, очень трудно такому человеку перемениться. Его должны менять, в общем, неподчиненные своим разговорам. Но что мы можем сделать, это его пожалеть. Потому что для того, чтобы быть в таком состоянии тщеславия, желание себе поклонения, нужно быть очень в себе неуверенным. Потому что человек, который в себе уверен в какой-то мере, в приемлемой мере, не нуждается в этом. Он делает свое дело, принимает знаки уважения с чувством смирения, потому что он сравнивает то, что ему удалось сделать,
с тем, что надо бы было делать, и чувствует, что он ниже меры своей. Но человек мелкий, человек не понимающий, непременно будет стараться, если не достичь уважения, то добиться знаков уважения. И вот, как я сказал только что, его надо жалеть. Жалеть, что у него такая слабость, такая неуверенность в себе. И проявлять к нему не подобострастие, а уважение, реальное, то есть которое соответствовало бы тому, что он собой представляет, что он умеет делать, на что он годится, чем он хорош. И опять-таки я скажу, его жалеть. И если мы только научимся такого человека жалеть и к нему относиться с жалостью, а не с раздражением, то, может быть, постепенно могут создаться такие отношения, при которых он начнет оттаивать, когда ему будет уже не страшно, что его унизят. Тогда он, может быть, перестанет стараться добиваться того, чтобы его поставили на пьедестал. Есть другая сторона в этом деле. Это сам человек, которого задевает такое поведение начальника. Потому что тот, который этим поведением задет, ранен больше, чем тот человек, которого он принять не может, каким он есть. Это относится вообще ко всей теме о прощении человека, прощении его повинности, свойств его личности. Пока мы не примиримся внутренне с человеком, то мы ранены. Порой не он. Порой этот человек ничем не страдает, потому что он себе не отдает отчета в том, что тут есть какая-то серьезная проблема. Для него, его проблема. А мы, потому что он не может найти своего пути, оказываемся ранеными. Ранними раздражениями, обидой, ранены тем, что мы человека принять не можем. Или, как апостол Павел говорит, не можем друг друга тяготы носить. Человек нелегко меняется. И часто приходится довольно долго терпеть недостатки того или другого человека, проявляя к нему внимание, но не подобострастное внимание, не такое внимание, которого он ожидает, а человеческое внимание, которое дало бы ему чувство, что к нему внимательны, не потому, что он добивается чего-то, а потому, что он, как человек, заслуживает человеческого внимания. С вопросом о прощении эта тема очень остро стоит, потому что порой мы бываем оскорблены, ранены словами, поведением, просто всей личностью
какого-либо человека. Порой мы ранены его словами и поступками, намеренными, а порой тем, что он есть просто сам таков. И он, может быть, не страдает, но мы страдаем. И тут вопрос стоит о том, можем ли мы с человеком примириться, сказать, да, вот он таков. Скажем, мы примиряемся с тем, что человек физически неприглядный или нас отталкивает. Но мы это терпим, потому что физические свойства не его вина. И вот я скажу, что очень часто те душевные свойства, которые нас ранят и раздражают, тоже не его вина. Он не кичился бы, он не добивался бы подобострастия, если бы он был в себе хоть сколько-то уверен, если он мог бы себя сколько-то уважать. Но очень часто бывает, что человек не может, не умеет себя уважать. Потому что ему никто не дал возможности с детства. И вот тема для человека, который находится с таким начальником, или с кем-нибудь, кто его оскорбил, или постоянно оскорбляет, в том, чтобы не дать этому человеку его самого ранить, а с улыбкой посмотреть на человека и сказать, бедненький, бедненький, не понимает. Он не вырос, он не дорос до взрослости. Он живет страхом, что его унижат. Что бы сделать, чтобы излечить в нем этот страх? В каждом отдельном случае, конечно, приходится подойти к человеку различно. Но вот можно об этом подумать конкретно. Не так, как я поступил со своим начальником в армии, а с большей вдумчивостью попробовать ему показать, что ему не нужно это, что и без того к нему относятся хорошо. Не обязательно с уважением или почтением, потому что это зависит от его успеха в работе, а как человеку. И что мы готовы стать рядом с ним и помочь ему удачно, хорошо проводить работу. А когда это не бывает, внутренне улыбнуться, как мы можем улыбнуться на поведение ребенка и сказать, бедненький, он еще маленький, не понимает, рано или поздно, может, даже он поймет. Я не уверен, что я ответил на вопрос так, чтобы это на пользу пошло. Но я иначе на этот вопрос в общих чертах ответить не в состоянии. Второй вопрос, который передо мной здесь. Да, это тема о прощении, о котором я только что сколько-то говорил. И тема прощения идет очень далеко. Можем ли мы простить людей?
который страшно ранит нас и других. Когда речь идет о нас самих, это в каком-то отношении легче. По принципу, который я только что выразил, друг друга тяготы носите, и так вы до конца исполните закон Христов. Но когда речь идет о других, опять-таки, если подумать, вот этот человек преступник, по-земному ему он заслуживает наказание, возмездие. Это другая тема. Но если поставить вопрос о том, что с ним будет, когда он станет на суд Божий? Я помню книгу, в которой некоторые части меня очень поразили. Книга, написанная в Америке на английском языке под именем Фадо Викенти. И там есть момент, когда этот русский священник, который прошел через революцию, был в белой армии, оказался в эмиграции, всю жизнь боролся с коммунизмом, с ужасом относился сначала к Ленину, а затем к Сталину. И вдруг он узнал, что Сталин умер. И все вокруг него возликовали. И вдруг его в душу ударило сознание, что по-земному мы можем радоваться, его больше нет. Он больше не будет творить тех ужасов, которые он творил раньше. Но теперь он стал один перед судом своей совести на суд Божий. Каково ему будет? И этот отец Викенти, простой человек, неусложненный, вдруг почувствовал с ужасом, что мы не можем отнестись безразлично даже к нему. И он бросился в церковь и стал молиться о том, что «Господи, Господи, мы ничего не можем для него сделать. Он для себя больше ничего сделать не может». Молитв земли ожидать ему не приходится. Услышать крик мой, мне его жалко, потому что теперь он все понимает. Он понимает все, что он натворил. Он понимает, чем он был. Он видит вокруг себя миллионы жертв своих. Он стоит в ужасе. Господи, ты единственный, который может что-нибудь сделать. И тут мне приходит на мысль нечто, что писал католический богослов Жан Данилю, где он говорит, что единственная надежда преступника – это прощение со стороны тех, кого он онеправдывал или которым он сотворил даже предельное зло. Он говорит в этой статье, вступительной статье к одной книге, что никто, кроме жертвы, не может простить преступника. Даже Бог не может простить преступника, если его жертва не согласится на это прощение. Не все преступники в такой мере
который, скажем, Ленин, Сталин, или просто преступники, которые убивают, изнасилуют, мучают людей. Но все рано или поздно станут перед судом Божиим, и свидетелем против них будет их собственная совесть. И обратиться будет некуда, в том смысле, что, как Достоевский писал в главе «Братьев Карамазовых» об аде, что ужас ада в том, что теперь поздно. Поздно понимать, поздно ужасаться, поздно каяться, потому что изменить уже ничего нельзя. Единственные люди, которые могут спасти, это жертвы. Это те, которые пострадали из-за этого человека или через этого человека, но которые до него встали перед Божьим судом и так же, как он, сгорели со стыда, сгорели от ужаса того, что их жизнь была недостойна ни их самих, ни тех людей, которые их любили, ни Бога, который так их полюбил, что сам стал человеком и умер за них. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый из нас, когда он грешит, является убийцей Христа. И каждый из нас, когда видит другого человека в том же состоянии, может его пожалеть. И если он сам оказался жертвой, простить. На земле это не так просто, потому что мы не переживаем со всей остротой огненный, опаляющий ужас суда. Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Мне кажется, что когда человек после смерти станет перед Богом и увидит все, чем он мог бы быть, увидит все, что Бог ему дал, и увидит все то, что он сделал темного, по отношению к людям и к Богу, это будет момент, когда его обдаст огонь. Все, что потом будет происходить, в каком-то смысле, мне кажется, не так страшно. Но вот это мгновение, осознание себя как убийцы Христа, и осознание себя как преступника перед десятками людей, которые прошли через нашу жизнь, которым мы сотворили сколько-то зла, или которым мы не сотворили никакого добра, мимо которых мы прошли, будто их вообще нет. Это мгновение очень страшное будет. И вот Данилю в своей книге говорит, что если жертва не простит, то за жертву и Христос простить не может. Но если жертва не простит, то жертва тоже находится в положении вечно судимого. И вот тут получается
такая страшная и вместе с этим дивная круговая порука. Что мы можем быть спасены только теми людьми, перед которыми мы виноваты. Но эти люди, если они уже умерли, это уже знают. И знают, что если они тебя не освободят, то они уже остаются в узах. В узах непрощения, в узах злобы, в узах отчужденности от Бога, который свою жизнь отдал для того, чтобы нас искупить и простить. И поэтому так важно прощение не только для того, кого прощают, но и для того, кто прощает или отказывается простить. Тот, кто отказывается простить, это человек, который остается в плену того зла, который сотворил другой человек, и в котором тот уже может быть раскаялся до полного изменения. И вот в течение всей нашей жизни нам надо учиться друг друга прощать. В малом ли, в большом ли. Нам кажется часто, что, зачем этот человек нами так ранен? Что же я ему сделал? Сказал какое-то мимоходом неприятное слово, но мы не знаем, как это слово глубоко врезалось в его душу. Есть стихотворение немецкого писателя, в котором он говорит: «Люби, всегда люби». И он говорит: «Жесткое слово, так легко сказано, и ты его сразу уже забыл, а другой уходит, раненый навсегда в слезах». Вот о чем мы должны помнить. Когда мы чем-нибудь другому человеку досаждаем, или его как-нибудь раним, насмешкой, невниманием, резким словом, укором, мало ли чем. Мы это сказали без злобы. А рана-то какова? Человек на всю жизнь может остаться раненым, потому что это не обида, это боль не была разрешена, она осталась. А разрешить ее может только тот человек, который нанес удар. Вот почему в начале поста мы совершаем обряд прощения. Мы его совершаем большей частью, да, увы, как обряд, как форму. Но надо идти дальше, глубже. Надо научиться простить, чтобы не только другого человека перед Богом освободить, не только для того, чтобы человека исцелить от той раны, которую мы ему нанесли. Нам она кажется ничтожная. Но ведь песчинка в глазу может все испортить. Не обязательно нужно, чтобы человек был пробит пулями пулемета. Иногда незначительная рана может быть более убийственное,
чем другая. Мне вспоминается во время войны, в ту же ночь принесли в наш пункт двух людей. Один был французский офицер, который 6 раз вышел из прикрытия для того, чтобы внести обратно в него раненый солдат. Он был страшно изранен пулеметными пулями. И можно было бы сказать, с таким поранением, конечно, он уже присужден к смерти. И в ту же ночь принесли молодого солдатика, который в кабаке поспорил с товарищем. Они оба были пьяны. Тот размахивал перочинным ножом, но ударил его в шею и отрезал одну из самых важных артерий. Казалось бы, пулемет, который разбил этого офицера, можно сравнить с теми страшными грехами, которые мы совершаем друг против друга. А маленький перочинный ножик, что же это такое? Из двух один был при смерти, а другой нет. А при смерти был тот, который был ранен перочинным ножом. Я никогда этого не мог забыть, потому что я это перенес вскоре. И на ту плоскость, о которой я сейчас говорил. Нет мелкого греха, нет мелкой обиды, нет ничтожного зла. Мы не знаем, как перочинный нож может кончить, прервать жизнь человека. Вот подумайте над этим. Подумайте над собой и над другими людьми, над тем, как мы относимся друг к другу, как мы прощаем и как нам нужно прощение, сколько нам надо приложить труда к тому, чтобы человек мог бы нас простить. Потому что бывает и так, что мы человека обидели. Нам кажется, что обида-то не такая большая. Чего он сердится? Ну, попрошу у него прощения, и довольна с него. А он не может. И тогда мы начинаем его осуждать за это. Мы должны научиться тому, как испрашивать прощения и как исцелять человека, которую мы ранили перочинным ножом или пулеметным боем. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Isaiah, and when he had opened the book.